Здравствуйте, дорогие друзья! Мир вашему дому! Сегодня у меня домашний влог. Я в воскресенье ездила в Москву за товаром. Что я домой купила, сейчас я вам покажу. Все это вещи нужные очень, хозяйству все понадобится. Вот такие кувшинчик купила, смотрите какой. И толстый дном. Крышки тоже есть у них вот. Наверное, литр здесь. А, нет, 75 миллилитров. Еще доски разделочные разные, смотрите. Два вида. Еще кастрюлька, еще один, трехлитровый. У меня не было трехлитровой. Вот трехлитровый. Вот тоже толстый дном. Еще купила такие штучки. У меня было не так, у меня крупно большие были. А это маленькие вот. И тесто резать, и пицца резать. Еще только жмалка купила. Тоже понадобится. У меня электрические такие не было. Еще покажу, что это купила. Блинница. Тяжелая, хорошая. Гранит. Толстостенный корпус из литого алюмина написано. Скоро масленица, блины будем печь. И такие штуки для выпечки. А это глубокие для выпечки. Стеклянные. Сейчас еще покажу, что я купила домой. Вот такие две одеяла купила. Это можно вместо одеяла пользоваться, можно вместо покрывала. Качество очень хорошее. Смотрите, одно немножко темный свет, одно молочный свет. Вот смотри, это очень красивое. А внутри материал простой. Еще купила вот такие покрывал. Сейчас покрывал тоже покажу. Очень красиво, мягкое. А здесь две наволочки тоже есть. Вот. 50 на 70 наволочки.
А это покрывало. Вот такие вот. Очень красиво смотрится и мягкая очень. Это я купила по 2500, это оптовая цена, и одеяло по 2500. Потом еще купила вот такие подушки. А внутри верблюжья шерсть. Кто знает там что, конечно. Может, синтефон просто. Такие подушки я 6 штук покупала. Вот. Очень нравится мне. Материал хороший. Сейчас покажу еще, что купила. Вот, еще купила такой чемодан. Скоро в гости поеду в родину. Понадобится. Когда в воскресенье в Москву ездили, очень холодно была погода. Я это уронила. Смотрите, что натворилось. Вот. Я это поломала. Никому не советую такой пластиковый чемодан зимой. У меня раньше тряпочный был. Мне служило 10 лет. А это я не знаю, что буду делать. Попробую другое колесо купить. Так, ребята, сейчас покажу внутри, что здесь. Хорошо, я запасной чемодан брала, меньше, чем тот. Вот. Это нормально. Не поломалась. Если колесо не найду, мне надо это раз большой чемодан. Это откручу и туда буду поставить. Сейчас покажу внутри этого, что. Вот. Здесь сумки разные. Смотрите. Вот такие спортивные сумки. Это увеличивается боку. Это для мужа. Они тоже поедут, синий муж. Младшего будем женить, если получится. Это точно такое же другое. А это для ручного клада. Вот маленькие. Вот такие. Это тоже такой же. Для ручной клад вот самый то. Это для меня. И такие штучки тоже есть. Это в чемоданах ручку. Вверху буду поставить и одеваю чемодан и ручку сюда.
Вот так нормально. Вот такие мои покупки. Всем спасибо, кто смотрит, кто поддерживает. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я вам обязательно отвечу. Задавайте вопросы, если какой вопрос есть. Я вас очень люблю и уважаю. Всем пока-пока.